трагедия для Беларуси мы не забудем и не простим. Не простим! Не простим! Не забудем! 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 Не простим! Завтра мы подаем заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти мирных людей, по фактам издевательства над людьми, по фактам незаконных действий правоохранительных органов. Да! Все, кто применял насилие к демонстрантам и мирным белорусам, должны понести ответственность согласно закону Республики Беларусь. Мы требуем освободить всех политических заключенных. Виктор и Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Лосев, десятки других политзаключенных и 4000 человек, которые до сих пор остаются в тюрьме, должны быть свободны немедленно. Бывший президент должен подать в отставку. Мы с вами единая нация. Мы сильный, свободный народ. Да! Спасибо вам! Нас так много никогда в жизни не было. Спасибо каждому, кто не побоялся. Каждому, кто переборол свой страх. Спасибо за то, что вы сделали этот шаг навстречу свободе. Да! Беларусь никогда не будет прежней. Да! Мы свободны! Каждый из нас знает. Я могу все изменить! Да!